Дамы и господа, здравствуйте. Дополнительное объявление по поводу сегодняшнего мероприятия. Как вы можете видеть в этом канале, в какой-то момент запись, которая была поставлена, прервалась. В тот момент, пока мы с Тимирханом были заняты технической частью, непосредственно контентом. Не было обращено внимания, значит, на YouTube пока в этом канале ничего о сегодняшнем мероприятии нет. Значит, я заново запишу этот материал и дополнительно вывешу для просмотра других участников на татарском языке. Вкратце могу сказать, что мероприятие прошло порядка 1 часа. Обнаружили, что некоторые вещи все-таки нужно делать самостоятельно за участников, ибо оказавшись впервые в мире Вики, в котором возможностей много, но за вас, соответственно, ничего еще не принастроено, и некоторые моменты оказываются сложными. То есть за приблизительно час мы выполнили 4 этапа из планировавшихся 7-8. Причем мне пришлось делать определенные шаги за участников, поскольку не все было интуитивно понятно. У нас сегодня из планировавшихся почти 20 на связи был только 5 человек, и то не в аудитории, а в скайп-канале. У всех уважительные причины. В следующий раз мы продолжим занятия по плану. А сегодняшний материал мы поможем этим участникам освоить. Как минимум за них будут созданы страницы участников. И, конечно же, программа следующего раза будет спланирована исходя из того, что... Ну да, они все как рыбы в воде плавают в ВКонтакте и в Фейсбуке, но еще как птицы в Вики мире не летают, то есть им нужно помочь еще взлететь. Именно на это рассчитан курс. Поэтому ну, будем, видимо, стараться передать как можно больше нашего с Тимирханом и с другими участниками опыта. Однако в той степени, в которой они как бы новички, готовы чего-то делать. Потому что приходится избавляться во многом от теории и пытаться достаточно быстро поднять их в воздух, в то время как ну, количество часов практики, естественно, никто не отменял. На этом все. Запишу полностью материал заново, но только на татарском. Уже вечером. До свидания.